Здравствуйте. Мама, так. Мамулечка, родная! Моя родулечка! Думала, тебя ждусь. Молодцы. Ой. Мама, знаешь, что все вот так делают? Так. Ну вот так, так делают. Правда, это уважение. Какие это ждем? Дети мои, сядьки, внуки мои! Идите, мои любимые! Мои любимые! Мои любимые! Мы сидим за столом. Посмотрите, как нас встретила семья. Никто не хочет показывать себя. Все уставшие. Ну вот такой стол. Приятного аппетита всем. Пока-пока. Всем привет, мои хорошие, и с вами я, Светлана Ата. Сегодня второй день нашего пребывания в Батуми. И вот мы наконец-то выбрались в 3 часа дня из дома, потому что пока привыкли с внуками, туда-сюда привели в порядок себя, очень все сложно. И сейчас мы направляемся показывать моему мужу город Батуми. Посмотрите, вот мы все. Поздоровайтесь, Деме, Ирма, Намари. Вот мои сладкие, посмотрите. Деме, Деме, вот как мой папа, мой зять, мой муж, все мы едем. До встречи. Ну что, я нахожусь в Батуми, а сейчас мы покатались чуть-чуть на машине, показали, проехались по городу, по набережной, и сейчас я со своей семьей нахожусь на морвокзале. Посмотрите, пожалуйста, они прошли туда. Вот так мы отдыхаем. Сейчас мы направляемся, мой муж захотел посмотреть памятник Али и Нино. И вот машину мы только смогли здесь поставить. Сейчас мы направляемся вперед. Мари! Привет, скажи, привет. Привет, скажи. Ашкым находится в Батуми. Мой зять с детками. Прогулочные катера это. Много туристов. Жара. Супер. Ады. Посмотрите на эту семейку. На моих внуков. На моих внуков. На моих сладких внуков. Здесь, друзья мои, прогулочные катера, яхт-клуб. Марина, по-своему, покажу. Чёртовое колесо города Батуми. Прямо видите, башня Азбука там. А это самое высокое здание в Батуми. Смотрите, как красиво, друзья мои. Здесь вот яхт-клуб, но маленький такой. В основном сейчас здесь прогулочные катера, все приглашают людей на прогулку. Цена один человек 10 лари. Дети бесплатно. Очень много туристов. Вот мы сейчас направляемся Али и Нино. Вы, наверное, слышали эту легенду. Грузинка Нино влюбилась турецкого в азербайджанца Али. История любви. Дорогие друзья, не
пропустить прогулку по Черному морю. Всего за 30 минут мы обещаем незабываемые эмоции и много позитива. Классно. Вот такой берег. Море находится возле чертова колеса. Эндеру очень здесь понравилось. Говорит, у нас, говорит, в Мерсине везде нельзя там покупаться. Вот у вас везде купаются. И знаете что? Смотрите, там вот такой этот. А море какое прозрачное, чистое. Наверное, завтра пойдем мы на море. Видите, дети как прыгают. Что хочешь? Ирма! Ирма! Упади! Осторожно! Поставь их всех. Ирму потеряли. Потеряли детей. Посмотрите, какая прелесть, какие здесь классные елочки. Здесь вот такой комплекс находится богатых. Очень дорогой, внутри бассейн. Вот так мы гуляем. Красиво, музыка живая. Елочки такой. Хвойный лес тут. Красиво. Знаете, что так прохладно и воздух такой обалденный, друзья мои. Чик. Видите, как играет. Живая музыка. Так и отдыхает. Здесь Грузия. Красивые постройки. Показать вам вот такое вот. Морской водой бассейн. Красота. Морская бассейн с морской водой. Это вот сзади высокое здание, самое Батуми. Это вот был раньше университет. Сейчас не знаю, что, друзья мои, не знаю. Вот за этими стенами бассейн с морской водой. Очень много туристов. А мои внуки, посмотрите, какие они счастливые. Так им нравится здесь. Ашки! Кругом кафе, кругом рестораны. Вот там было кафе, там рестораны. Забыла я снять пароход-ресторан. В общем, кругом такая красота на нашем бульваре, друзья мои. Мой муж говорит, так мне понравилось здесь, потому что и солнце, и вот в тенях этих хвойных деревьев такая прохлада, такой прохладненький ветер, благодать. В общем, ему понравилось. Продолжим дальше наше движение вперед. А вот и батумские клумбы. Вот такая статуя в виде бабочки. Бульвар здесь, начало бульвара. Этот кафе раньше назывались «Яйца». Не знаю почему. А вот фонтаны поющие. Вечером, друзья, здесь очень красиво. Смотрите, пожалуйста. Вечером поющие фонтаны. Цветные поющие фонтаны. Там бамбуковая роща. Сим, видео я беру, видео. Посмотри, как красиво. Ему очень понравилось вот здесь вот бамбуковая роща. Мои хорошие, я нахожусь в бамбуковой роще. Посмотрите, какая красота. Эндер как смотрит? Что это такое? Мари? Мари? Какая прохлада здесь, посмотрите.
Вот здесь вот рисуют свои имена, видно. Хотят попасть еще второй, третий раз. Вот так мы гуляем. А там дальше другие едут. Дети такие счастливые. Красивое место здесь, не правда? Как раз бамбуковая роща здесь. Вот это вот красивое здание. Ирма, Мари! Мари, Деме! Дышай, свой лидер.